Введи мой промокод LEGO и покупай игры со скидками на g2a.com. Ссылка в описании. Всем привет, ребят, с вами LEGO. И сегодня мы продолжим играть в Рустецкий. Насколько я понял, засветка в Расте опять что ли нормально не работает? О, Jingle Bells едет. Jingle Bells, Jingle Bells, та-ра-ра-ра-ра. Jingle Bells, Jingle Bells, я нашел подарок на... Да! Это мой подарок. Опс. Эй! Там какой-то бомж берет подарок. Оно ушел. Он что-то успел взять. Ну-ка, это мой! Какой черт, сука, а? Мой подарок! О, ключи! Двери! Андергифт! Нифига себе, 200 клочи! Обалдеть, ребята! Вот это я зашел! Открываем подарки, 1900 камня. Вот это супер, просто супер. Подожди, а постройка у меня есть, это мне не надо, вот эту добывалку я заберу. Так, вот это я тоже заберу. Слушай, здесь еще был подарок где-то. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А он откуда выбежал? Где-то... Вот, паньки, я знаю, где он живет. А зачем он на меня так, ну, так про меня плохо сказал? Смотрите, еще подарки. Классно, да, они появляются на сервере. А, я забыл сказать то, что... Почему я один? Сейчас сервер вайпнулся, но я на самом деле не один. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, его куда ли? А, я играю сейчас с кланом Нервы. И, в общем-то, с ними начал союзничать. Классно. Ой! 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 Зашел к пацану в дом. Подожди, дело в том, то, что он сейчас может здесь на сет-хоме появляться. А мне нужно уходить. У него там много что было-то? Арбалет я хочу выкинуть, наверное. Стрелы мне не надо, здесь не надо. Перевязывалку надо. Йок, неплохая штука. Слушайте, эти подарки вообще везде! Начал серию. О-оу. Так, он... Ты его убил, чувак, да не стреляй. Ну, чувак, ну что ты сделал? Не стреляй, чувак, блин, заряд. Я здесь рейжу. Ясно. Ясно! Ну добей же тогда, если расстрелял. Да расстрелял, расстрелял. Подожди, я тут не понимаю, что делать. Тут после вайпа кто-то уже серу жгет. Так, ключи мне не нужны. Вот это сюда, дерево стак есть, дерево стака нету. Это говно выкидываем тогда. Евоку здесь у него заберем. У меня сколько патронов-то осталось на калаш? 14 и 30 в кубуре. Не так-то и много получается. Так, что я сделаю? Видите, кстати, шапка такая у меня прикольная. Я хотел все рассказать, блин, я даже не ожидал, что так получится, дико. Поехали дальше открывать подарки. Лук выкидываем, стрелы выкидываем. Поехало. Отлично, аптечки, да? Нет, камни, дерево. Отлично. Новогодняя шапка! У-ху! Нет, ну вот это прикольно сделали. Оптимизация очень классная. Кстати, а где мой киянка? Пожалуйста, дайте мне кияночку. И я попробую заремувать, что ли, ему все это дело. Хотя, может, ему оставить? Или я не знаю, что с бедолагой делать. Я вообще не ожидал. Калаш я взял у клана. Они уже с 8 часов играют. Я, грубо говоря, только зашел. Вообще, я пошел за ресами. По сути-то. Сейчас мы вам устроим большой дом. Возможно, я вам его издалека в конце ролика покажу. И, в общем-то, буду пока с ними играть. Что еще? Так, вот это... Нет, вот это пока оставим. Вот это мы пока тоже оставим. Нужно перевязаться много раз. Посмотреть, что там с домом. Та-ра-ра. Отлично! Чувак набутил где-то пайпуху. Быстрее хавкая на ТП-шку. Вот это жесть. Добил. Вот это была жесть. Меня только что убили, как говно. Я все просрал. Откуда у него пайпа-то? Да откуда он его достал? Как он вообще ее убил? Так. Все на ТП.
на дом. Зачем ты меня тпшнул? Ты бы мог не вставать и тпшнулся, я бы убил того типа. Серьезно? Да, если бы. Он меня добил. Быстрее, я знаю, где он живет. Вот наш дом мини. Смотрите, как прикольно все горит. Та-та-та-та-та. Только у меня ни хрена нету больше. Эх, что поделать? Возьмем пешку тогда. И что тут еще есть? Откроем подарочки. Вот, отлично, я пойду с Йоком. Еще есть что-нибудь? Дерево? Пожрать? Вот эта штука. Я пойду мстить. Я ему отдал калаш. Я просрал целый калашик. Блин, это обидно очень. Смотрите, вот эти сюрпризы. Пойдем, пойдем. Так. Алло, пошли со мной, быстрее, банды меня убили. Быстрее, у него дом деревянный, он калаш мой отнял. Пацаны, это вообще не дело. Пацаны, надо его наказать. Меня обидел. Все, мы идем сейчас с нервами показывать, на что мы способны. В толпе мы играем толпой, потому что это Раст. Ща покажу, пацаны, он меня обидел, он много чего отнял. Пацаны, я хотел ресурсов набрать. Рассказывал о всяких подарках. А он убил меня с пайп-шотгана. Питер, выходи, блядь. Не здесь, не здесь, он дальше. Он дальше, сейчас покажу, ребят, он меня обидел. Ну, держись. У меня есть чекарь. Уже чуть-чуть, ребята. Готовьтесь. У него деревянная дверь. Да, блядь, мы бежим, мы бежим. Деревянная дверь на один фундамент. Нужно ее сломать. Да. Я тебя понял. Тихо. Я понял тебя. Тихо, понял. Он обидел. Сейчас, чувак. Он сейчас получит за свои слова, за свои поступки, все получит. Банду позвал в этот раз. Вот он, вот его дом, он достроил камень. Видите справа, вот эта маленькая, там деревянная дверь. Да. Вот справа заходите. Вот это справа, да, дерьмишка? Да. А вот здесь где-то он. Вот он, с калаша сидит здесь, ребята, за скалой, вот тут. Подвинься ты. Он убил двоих. Быстрее. Помоги мне, подними меня, брат. Брат, помоги мне. Поднимите меня, пожалуйста. Ребята. Можно я заберу его, этот, свое мундирование? Туда, иди, дружище. А где он? Где он? Хорош. В дом быстрее заходите к нему, у него там много ресов должно быть. В домике. Oh yeah, shit, motherfucker! Вижу. Так, я все вернул. Йог мне теперь не понадобится. У меня теперь все есть. Так, где моя кирка? Мы продолжаем наш летсплей, ребята. Спасибо, ребята! Какой же я злой! Чё, говорит, довольны? Довольны, говорит. Так, лук мы, я не знаю, что забираем, наверное. Вот эту какашку скушаем. Это покербер, который можно прятать. У нас есть мясо волка. А что я еще хотел? Я хотел убрать накрутку. Вот это я понимаю, вот это Раст. Пожаловался пацанам. Что? С нами не бегай. Ну, я хочу один, вас слишком много. Так неинтересно, вы же всех убиваете. А когда меня убивают, я зову на помощь, и так у них еще сильнее горит. Понимаешь? Видишь, как горит? Я, короче, знаете, как кто буду? Как этот пацан, который бегает, типа, че ты, иди сюда, ёпты! Потом меня убивают, и я зову друзей. И все. А че, у бедолагу добро снесли? Он, короче, смотри, как было. Да не стреляйте по мне. Короче, как было. Хорош, да хорош. Успокойтесь, ребзики. Короче, как было. Я сюда пришел, его убил, забрал ключ у него. Его выписал из дома. Начал лутаться, и он здесь появился с пайпой. Может, он ее купил?
Может, у него второй есть дом. Ну, может быть, кстати. И здесь еще из моего камня пос... А вот, кстати, он. Он тэпнулся. Он тэпнулся. Оп. Где он? Не умирать-то. Где он? Не умирай. Вот. Он в ящике, что ли, тэпнулся? Вот. Его тут нет, это наркомания. Где он? Где? Я его вижу. Пацаны? Подожди, а как там ремув-то? Сейчас ремув замерзнет. Ремув. Смотри, пацаны, у него два слоя, что ли, здесь? Ничего не понял. Ой, я дурак! Я грейжу ему дом! Господи! Я не то нажал. Вот. А почему там не могу снести? Вот. Все. Кончился дом у петушка. Бедный парень. Это раз, у него должно бомбить. Так, давайте, я не знаю куда. Давайте я пошел искать еще жертву. И вы тоже. И потом я вас зову в клан-чате, и вы приходите как банда черных плащей. Я пойду на тот остров. Фух, ребята мне помогли все вернуть. Вот это нормально. Лего ничего не может, зато банда может. О, поплыли. Мы доплывем хоть, нет? Нужно будет еще что-нибудь построить кому-нибудь. Что-нибудь кому-нибудь. Кстати, графу я поднял. Сейчас, ребят, играю практически на максималках. Я не знаю, что там Гарик сделал под Новый год. Но он замутил для ребятишек такой офигенный подарок. Вы просто себе не представляете. А, ничего не лагает сейчас. Вайп прошел. FPS где-то под 80. Под 80, Карл. Как такое вообще не видел? Под 80 FPS. Смотри, чувак спит. Ну и, в общем-то, вот мы и начали развитие с нервами. У меня патриков нет. У тебя есть патрики чуть-чуть от калаша? Так. Ой, спасибо. Спасибо. Так, пойдем еще что кого посмотрим. Может, кого найдем. Сейчас самый такой, самый сок играть, когда ты 8 часов начал, все нафармил, хотя бы на один калаш замутил, а люди с пайпухами там что-то потеют. Вот это мне нравится. О, чувак спит. Фикс! Не понял. Вот теперь понял. Я там кучу подарков, кстати, нашел. Они ночью появились. Они что, каждую ночь появляются, эти подарки, да? Да. Это что такое? Ого, здесь кто-то живет. Пацаны! Здесь... Он не успел! Ну как же так? Как быть? Как быть? Отойдите от двери. Давай. О, здорово, Лего. Лего, толстая жопа. Скажет, что за псих вообще этот Лего? Ну что, они, наверное, не будут уходить. Да у нас ничего нету, ни ракет, ни гранат, откуда. Мы только сульфуру набираем. Кто-нибудь домой пойдет, ресиков скину, чтобы унес по-братски? У меня ресов вообще много. Заберет кто-нибудь? Пацаны, киду хавку, хавку. Скидывай. Давай, я заберу. Давай. Ну как много, я бы не сказал, что много, но есть. Слушай, а вот это что такое, смотри, медведь, что с ним делать? I computation remain your... Окно. А? А, он ставится? Прикольно. Дома поставлю. А есть у кого-нибудь ненужное шматье какое-нибудь, грудак или писюн прикрыть? Ну, чтоб не видел никто, а то я стеснительный мальчик. Воу, отлично, футболка, это, кстати, моя, он у меня ее отнял. Гад. Воу, еще и килт есть, нифига себе. Ну все, я теперь вообще стал крутым. Ой, еще что-то. Так, подожди, это что я поднял-то? Обломки, костей, камень. А ой, я не могу себе ничего сделать такого. Мне ткань нужна. Это ты мне все обратно скидываешь или что? Все, понял. Так, на штаны 80 тканей, фрагмент металла нету. Че, где там? Кого? Кого лупите? Пацаны, вы кого лупите? Ладно, я пока перевяжусь. Вот сейчас как-то стало комфортно играть в Rust. Как-то даже настроение поднялось. И Новый год, и как-то все вот интересно, все это. Ох, я забыл. Настолько интересно, что я даже забыл убрать засветку.
Извините, ребят. Да потому что я не успеваю с засветками. Нужно там засветку убрать, тут засветку убрать. Если я засветку не убрал, вы говорите: «Ах ты, Лего! Ты почему не убираешь засветку?» И у вас начинает бомбить. Я ведь стараюсь, чтобы лучше было всегда и качественнее. Но иногда забываю. Особенно, когда вот замесы, все, пиши пропало, Лего все забыл. Хрена себе, кто-то дом построил, и что-то у него не вышло дальше его строить. С калашами и с патронами. Сейчас у нас пока в самом начале напряженка. Но почему я решил сейчас запилить игру толпой? Пока мы пойдем, я попробую все объяснить. В чем прикол? На Эрасте играют кланы. Фиргусы, Титаны, Роялы. И играют тоже толпами, дикими. То есть я хочу сейчас попробовать позаписывать такие... Опа-на. Мощные стычки. И он мне в хэд дал. И я ему... Это кто? О, у него есть... У него есть ресики. Так. Чё, пацаны, сражаетесь, что ли? Ёптать. Чё, сражаетесь? Ну, блядь, сюда же бомба. Жесть, что происходит? Ёптать! Куда я вообще попал? Хотел ресы взять, но не получилось. Жесть, на кого я вообще попал? Фу, быстрее перезаряжаемся. Сейчас гвардию буду звать. Вот о чем я и говорил. По-моему, Фаргусов нашел или клан какой-то. Патрики есть, Патриков нету. Так. Тут фаргусы, походу, за камнем много их. Готовься. Вот про что я и говорил. Что такое Айраст? Айраст — это клановые дикие войны. Там кто-то открывает. Ну все, сейчас будем готовы. Там за камнем много их. Человек четверо или пятеро. Фаргус. Че, пойдем? Где они? Тут. Погнали! Нахуй, разъебем! Я обожаю трахать попки! В атаку! В домике, воробушки! На-на-на-на-на! Опять некуда уже ничего одевать. This is revolver, guys! Лутай, у меня нету места. This is revolver, guys! Другую помпу надо одеть. У них здесь пол можно долбануть. Пол, нету пола. Пол Маккартни. Жесть, я вот про что и говорил. Наткнулся на пацанов, помощь позвал. Всех раздолбал. Это же найсуха. Так, вот это вот сюда. Сейчас вся карта будет в еоках. Я вам отвечаю. Все будут в еоках бегать с этими подарками. Есть подарки открыть? Так, я посмотрю, что с тем трупом. Где вообще замес начался? У меня что, 5 патронов? 5 патронов осталось? Обалденно. Вот мне здесь начали по щам давать. Где-то здесь трупак должен быть. Самое главное, что ничего не лагает. У меня аж руки трясутся из-за того, что я давно в раз не играл. Но петушиные бои здесь зачетные. Опа-на. Тут из калашика. Подожди, вот здесь вот все и начиналось. Да, вот она. Она сладенькая. Подожди, это готовое? Нет, это не готовое. Так, подожди, что мне надо выкинуть?
Вот это выкинуть надо. Вот он, сладенький. Подожди, я что-то не понял. Стрелы выбросить, это выбросить. Вот эту штуку тогда взять. А здесь вот это соединить. Дальше что? Постройки я не знаю, нету смысла от них. Пока в данный момент. Я хотел с собой взять что-нибудь построить. Но, увы, это мне пока тоже не надо. Вот это, я чисто ресурсный парень. Из костяшек можно броню костяную сделать. Хотя смысл? Блин, а что-то здесь заговорился. А, все, по ресурсам нормально. Сейчас пацанам скину. Вот так вот я зарабатываю ресурсы. И вообще, это моя сейчас новая тактика появилась. В стиле агрить пацанов и звать команду. Потому что я считаю, что мы будем набивать скилл команды. Где Space Impulse? В общем-то, на самом деле, некоторые личности не захотели играть в раз, не знаю почему. Space начал играть в линейку на классике. Дедуля продолжает играть, все нормально, но он работает иногда. Я не могу ждать до тех пор, пока он доработает. Вы что, в доме зашли? Евский тоже с нами, по идее. Импульс администратор, он сейчас там работает. Не факт, что у него тоже время есть. Ты кто? Ой. Спасибо. Что, там есть что-нибудь? Ну, уронина нет. Да там, да, кстати, блядь, это бомж. Закрыто дверью. А не прорубим кирками, топорами? Как думаешь? Может, навалимся, как по старинке? По стариночке навалимся. Надо нервов принять. Я считаю, что нервы неплохой клан. Есть большой потенциал у людей. Поэтому мы будем следить за этими ребятами. До первого, грубо говоря. Если нас разносят, то да. То тогда уже я считаю, что клан не капкан. Но разнести нас должны по-честному, чтобы мы были в онлайне. Все, хочу, чтобы раз немного как-то развивался в клановых вот этих политиках, чтобы появлялись деревни, чтобы появлялись предводители. Сейчас это пока все очень смешно выглядит, но если в скором времени раз не будет лагать, все будет отлично. И поэтому мы, как бы, растеры, игроки, будем тоже развиваться. Будем собираться вместе, играть и так далее. Смотри, стену перевернули, да? Кто хочет домой, ресов подкину. Ресов подкину очень много. Давай в РТ, кто не домой, или как? Или кто, или, либо у кого-то есть спаун. Да, да, да. У меня патронов нету на калаш. Да, пошлите толпой. Под калаш есть? Давай толпой на РТ, но давай кто-нибудь это донесет лут. У меня много. У меня опять много. Что делать? Скидываю? Давай, кидай, кидай, кидай. Его лучше унести домой. И патрончиков, где кто-нибудь бы мне дал. Вот этот носок прикольно горит. Сейчас ночь начнется, и потом под утро опять эти будут, да? Сундучки. Паучки. Блин, вообще классно играть стало, не лагает, ничего, все отлично. Друзья под боком. Все, ну хватит стрелять по голове, да что ты, не так-то с тобой, а? Маленький пенис. Лучше дай мне патронов чуть-чуть. Братишка, дай патронов. Ну да, я, ну хоть 10. А у меня 35, только никому не говорим. Смотрите, вот это вот что называется отличная дружба. 10 патронов отдал, 16! Вот что называется дружба, я понял. Погнали в сторону большой базы. Нам пойдем убивать, брат. Братишка, нам чуть правее. А куда мы бежим? Мы идем на большую базу, большую такую, там цистерны. Поехали. Мы сейчас туда выйдем, и нас там кокнут. Если что, мы сразу зовем на помощь, мы же не можем убивать сразу. Помогите, помогите, пожалуйста. Видишь, как я сказал? Да чё, я Миша. Ты Мишган? Ты Мишган? Я пятерых убиваю один. Хорош. Вот это я понимаю. Вот это скилл. Скилл, да. Так. Принимаем ТП-ху. Потому что клановые войны — это имба. Зачем собирать каких-то чуваков, учить их, когда есть уже специально обученные ребята, которые готовы рвать с друг за друга, готовые защищать друг друга, готовые строиться 24/7, чтобы
не упал как бы престиж клана. Все дела. Пойдем, пойдем, ребят, сейчас выйдем на завод. И да будет сила. Подожди, не очень... Ого, кто-то уже дом воткнул. Подожди, а у меня есть лук? Я что, лук не взял? Ну что ж я такой опасный-то, а? Без лука хожу. О, водичка. О, чипки бегают. Поплыли. Поплыли. Кстати, вот эта местность еще почему-то не захватили. Здесь же можно построиться в фонтане. И все будет отлично. Так, что там? Тут мужик где-то был слева. Опа-на. Опа-на. Так, мелочь, конечно. Так, мелочь, конечно, пацаны. Братуха побежал куда-то. Куда ты побежал? Надеюсь, не в дом? Или в дом? Куда ты бежишь-то? Вижу. Беру пайпуху. О, нормально, я так и знал, что он тут спрятался. Так, что мы вот это заберем? Это заберем. Спасибо. Я вкусняшки забрал. Вкусняшки. Так, у меня есть теперь стрелы, да? Хорошо. Поехали. Он там, прикинь, я же бегу за ним, бегу. И оп, пропал след. Думаю, а где он? А он в кусты встал, походу, и хом начал прописывать. Но не вышло. Я взял пайпуху и просто в кусты вдуплил. Там оказался он. Вот так вот. Хотелось бы еще наткнуться на какую-нибудь большую армию, чтобы был такой замес классный. Сейчас все люди по чуть-чуть и потихонечку разовьются. И начнется уже дичайшая война. Ой, как хорошо ему прилетело. Но, к сожалению, он пустой. К сожалению, днем рождения только раз... В году. У тебя раз в году, Хавка, день рождения? Нет, у меня два раза. О, тихо. Лутер, лутер, тормози. Отстаньте меня, не трогайте меня. Убийцы. Убийцы. Ну ладно, он это, он маленький еще. Он еще маленький. А, вы его все-таки решили все равно добить, да? Ну, тогда. Слушай, а вот в этой большой базе там вообще можно что-то залутать? Я что-то ни разу там так матерого-то и не залутал. Вот, видишь, вот эта база. Там ящички и эти... Ящички и бочки только, и все. И что, прям... Сейчас я не знаю, что после обновы тут. Вот, да, я поэтому и бегу сюда после обновы посмотреть, может быть, что-то-нибудь доделали. Но, походу, дела нет, обновы я не читал. А но там вроде ничего не добавляли. Отсюда. Ракеты? А да, вот это неплохо. Да, этих бочек. Ракеты это совсем неплохо. Подожди, вот ящички. Это покушать ящички, что ли? Да, это попить. Да-да-да. Ну-ка, сейчас еще. Сейчас посмотрим, как тут будет лагать. Прошлые недели у меня здесь вообще дико лагало, я не мог никого убить. Сейчас хочу посмотреть, как сейчас будет. Сейчас вроде все нормально, но только текстуры не прикрутили еще. До сих пор, к сожалению. Ну ладно, может быть, кого найдем. В итоге серия получилась, где я вышел в соло фармить, но два раза на меня напали, и лут мы весь отжевали. И такое бывает. О, на крыше! На крыше, поцик! Оп, попал! Он такой, ай-яй-яй, что делать? На крышу быстрее. Пока он сейчас ТП не прописал. Оп. Он отжирается. Отжирается, падла, и на ТП сейчас улетит. Где здесь вообще? Что здесь за комнаты такие? Перевязывается. Барсик, ты где? Это Том. Рядом. Здорово. Здорово. А где он? Все, улетел? Подожди, а куда он пропал-то? Лего, привет. Он троллит нас.
Вау! Сломался. Сейчас водички попьем. И отрегенимся. Лего, привет. Лего, привет. Я здесь чуть кости не сломал свои. А он говорит, Лего, привет. Да где он тут? Где он в этом здании сидит? Я ничего не понимаю. Что за подстава? Это там свой на крыше или нет? Сейчас опять темнеть начнет. О! Подожди, здесь же есть система... Система подвала, в которой я еще ни разу не ходил. Все, бедолагу нашли наконец-то. Давайте прочешем, посмотрим, что можно найти. И покажу вам начало стройки. Строит Аллах сейчас в данный момент. Но он говорит, нужна помощь импульса. Просили импульса. А он что-то нам не захотел помочь. Интересная система канализации, говнокачек, но что-то здесь ничего интересного-то и нету, по сути. А жалко. А очень жалко. Ресурсов мы нашли вообще неплохо, я думаю. Здорово. Тыщ! Сейчас зарубим оленя. Клоча нам нужна. То есть, смотрите, каждый сейчас выполняет свою функцию. Я, по идее, пошел за ресурсами. Но я ведь на ролике-то же не буду все 40 минут долбить ресурсы. Я подумал, пока мы все в онлайне, почему бы и... Опа-на, у меня уже места нету. Почему бы и мне не пойти куда-нибудь, не наведаться кому-нибудь в гости, пока ребята тоже будут фармить. Фрагменты чертежей, это мне не надо. Поле не надо. И в итоге вот так вот получилось. Кто-то фармит, кто-то строит, кто-то гангает, и потом, естественно, меняемся. То есть без серии я пойду просто... Тут тупо рубить дерево. Да я и сейчас это, в принципе, и сделал. Я за серию добыл около 10-15 тысяч дерева, около 30-20 тысяч камня и еще различных ресурсов. Я думаю, это нормально. Ох, классно. Здесь бочки рисуются неплохо причем. То есть можно что-то найти. И в них может упасть вот такой вот бесполезный молот. Нет, это нам не интересно. Зарядить нам нужно арбалет. Так, а вот в этих домиках что-нибудь может быть? А, здесь НПЗ... О, да. Давай посмотрим, что там. Здесь у нас деревянная стрела и фрагмент чертежа. Здесь выйти нельзя. Через дырку выйти нельзя, сука! Почему нельзя-то? И, в общем-то, 70 человек играет на сервере, а никого нету. Неужели нету смысла лутать? Пойдем, пацаны, дальше по дороге. Неужели нету смысла лутать этот весь большой завод? Либо только есть смысл его лутать, когда у тебя ничего нету. Как-то так, по ходу дела. Сейчас что, вторая ночь уже начинается? Пока еще все видим. Я думаю, сейчас скоро уже будем заканчивать нашу серию начального сервера. И что? И копить уже сишки. Я думаю, сегодня вечером мы уже пойдем бахать какой-нибудь мини-дом. Кто не успел, как говорится, ну, тот опоздал. Я не знаю, что делать, ребят, с системой рейдов. Говорите, что вот, стреляете там по людям, которые не дома. Но это у них лут. Когда мы стреляем по людям, когда они дома, они просто, понимаете, они просто убегают. На Эрасте нужно ввести такую офигенную штуку, как... Под названием Set Home только одного дома. Тогда будет вообще просто супер. Ну а пока довольствуемся чем можем. Так, сейчас пойдем дальше. Я накручивал яркость, чтобы вам было видно нормально. Почему один Set Home? Чтобы люди между собой никуда не улетали, и все будет нормально. На Офе люди летают. Есть даже один человек, я уже не знаю, но по-моему про него уже все знают. Что он делает? Он просто берет и... Оффает сервер, когда его начинают мочить. Я не знаю, как он это делает. Подкрутил. Да. Тыщ! Смотри, тут что-то горит. Что там горит? Давай посмотрим, что там горит. Может быть, это чья-то ферма? Сколько теперь добывается с мяса? Ты где мясо? Мясо! Мясо съел, пайпу взял. Интересно, мы сюда сможем подстроиться?
Так, здесь что-то вот горит, да? Здесь большая печка, и как бы нужно... Нужно как-то залезть на нее. У меня есть... Блин, у меня нету... Дерево есть? Дерево есть. Кто-то ходит по дому. Инфа 100. Я бы сказал, даже инфа 200. Ну что, братан, будешь открывать дверь, пожалуйста? Ну ты же залутал тут все. Ну открывай. Ну открывай, ну что ты... Ой-ой-ой-ой-ой, он подстраивается наверх. Он делает крышу. А вот это было жестко. Что такое? Ах ты шапка! Так, а мы успеем подстроиться? Нет. Сейчас посмотрю, где стройка разрешена будет. Нет, здесь везде. У него стоит шкаф там внутри. Еще там с болта стреляют. Надо ему поломать, чтобы он их не смог апгрейдить. Есть у кого набор постройки, ребят? Дерево. Здорово. Здорово. Нужно быстрее построить, подстраиваться вверх. Там крыши нет. На. Надо дерево выбить, пойти. На, скинул, скинул тебе, бери. Давай. А по-моему, у меня же есть еще. Опа, на. Пошло дело. Опа, на, можно строиться, можно строиться, можно строиться, можно строить. Во, нормально. Сейчас нужно так вот поломать стенки. Клачу могу дать. Дожди, а лестницы. А все нормально, не надо лестницы. Ох, падла, грейди в камень. Так, надо грейди в камень. Да нет, стену я имел в виду. Чтобы не сломали. А стену не получается, там билдинг. А, понял. Все, борода, приехали. Отойди, 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 отойди. Че, приехали? Я говорю, приехали к ним в гости. А, мы, да. Тогда. Сейчас зайдем в гости. Ой, не то. Ой, не так. Ой, быстрей. Забирает лут. Отлично. У нас еще есть время. Давай, Алашик. Торопись. Он еще не успел. Да мне не дают построиться, ты понимаешь? Ты скажи им, чтобы они ушли. Ты скажи, что они не построили. Вот так вот надо. Понимаешь? Опять идет лутать. Вот какой, а? Лутой. Чё там? Подожди, мы уже не успеем, походу. Походу, не успеваем. Все уже не хватает. Не получается. Приехали. Приехали во руки. Приехали. Он там... Он там пытается что-то забрать. Отлично. 17 патронов. Дерево, дерево, дерево. Слышу, дерева нету больше. Дерево. Идите. Идите. Дерево. У меня тоже нет. А подожди, у меня есть кит этот. Кит-хом у меня есть. Пиши, пиши. На, 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 где ты? Где ты? Вниз скидываю, да? Скидываю. Запрыгиваю. Да, вниз. Ну не вниз, вот на вот эту хрень. Вот, 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 вот я. Вот она, вот здесь лежат мешочки. Быстрее, их, их сдувает ветром. Один мешок ветром сдуло вниз. А дерево-то где само, подожди. Ну вот вылетело внизу, поход дела, и пропало, да? Ну, походу, бред какой. Ну я скинул же вот сюда, где-то упал мешок. 7 тысяч дерева было. Здесь нету. Какой мешок? Дерево-то не должно. Ой, дерево. Не знаю тогда, кто-то подобрал. Точно, там же палка такая. Кто-то строит. Это наши? Ты что, там запрыгнул? А, нет, это они строят. Отлично.
Это какой-то клан Ого. Они такие ого-го себе. Они живут в этом доме с большой печкой. В принципе, молодцы. В принципе. А в принципе и нет. Пришли мы, и здесь ничего не можем им сделать. И они нам ничего не могут сделать. Они уже все из печек унесли. Сейчас построю. Они уже из печек все унесли, по-моему. Да меня... ничего не унесли, там по КД убивают, ты не видишь? Это я вообще-то убиваю по КД, алло. Парень, ты чего? Не надо так. Да, да. Не надо так. Ну чё, на 100 тысяч подписчиков будешь катать на бэхе? Всех, всех катать, подписчиков. Катать на бэхе всех, да? Да. Чё, не допрыгнем, к сожалению. Сейчас допрыгнем. Смотри, там еще кто-то строится, еще горе-строитель. Два горе-строителя. Во. Ну давай, я пошел. Да, прыгнули. Да хватит толкаться, да ё-моё, ты прыгай или просто смотри. А я вот не допрыгнул, потому что я стрейфнулся. Если... Бывает. Есть ли смысл туда запрыгивать? Я пойду в другой домик. Я же сказал, они успели. Потому что они там домик был. Эй, а ты меня забыл. Друг, ты меня забыл. Друг так построился, что никому не забраться, кроме него. Жаль. Не успели, в общем-то, мы их замочить. Нет, замочить-то мы их успели, не успели лутануть. Но смотрите на все эти прекрасные виды и обзоры. Самое классное, что ничего не лагает. Что это за звук сейчас был скриншота? Ну что, сейчас попробуем запрыгнуть тогда, посмотреть тоже. Может, может там что, кирками можно долбануть? Вот так вот, хоп. Кирками, может, что можно будет долбануть? Там я видел, куда они заходят. Смотри, куда они заходят. Вот сюда, вот в эту дверь. Вот, видишь, здесь стена неправильно повернута. И там лут по-любому, тебе говорю. Там вот, повернись. О, тебя чувак с камня... А, я понял, что там. Там окно. Прикинь, он тебя с камня убьет. Ты или он? Ты или он? Представляешь? Ты смотри, он тебя сейчас камня просто накидает тебе. О. А, вот у них что, это вход, наверное, да, был? Лего, ты где сейчас? Ты снаружи? Я в домике. А чё? А, блин, сейчас мне просто ТП надо принять моё будет. Я за патронами полетел. Да, а чё тут делать? Надо уже домой валить. Отсадись, да, мы в другой дом залезли. А, в другой дом? Давай. А я на хом полетел. Все отлично, а я на хом. Так, ну вы и дом-то наш видели, насколько я понял уже. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Лего. И, пожалуйста, делитесь роликами с друзьями. И мне это будет очень сильно приятно. Скоро Новый год. Отрываться, отдыхать, кушать салатики и все в этом духе. Ну что, а мы будем радовать, думаю, вас на Айрасте. Эй, ты куда? Вот наши домики пошли. Где ты, ну, ТП-шься?